2 октября. Память священномученика Константина Голубева, протоиерея. Константин Алексеевич Голубев родился в 1852 году в селе Барановка Саратовской губернии в семье псаломщика. Окончил Саратовскую духовную семинарию. После семинарии вошел в братство Святого Креста, которое занималось миссионерской деятельностью в Саратове и в селениях Саратовской епархии, наводненной раскольниками и сектантами. В 43 года Константин Алексеевич принял священный сан и стал служить в Богородске, нынешний Ногинск. Местное паство, в том числе и старообрядцы, очень быстро расположились к отцу Константину, видя его искренность и самоотверженное служение. Он принял мученическую кончину в день памяти своего небесного покровителя, благоверного князя Константина, Ярославского чудотворца. Кончина священномученика была страшной. Палачи только ранили его, бросили в яму и живого засыпали землей. Жители Богородска почитали место погребения святого. На могиле его часто служились панихиды, горела лампада. 20 ноября 1995 года мощи священномученика были обретены и перенесены в Тихвинский храм города Богородска.